It's going to be a wonderful thing. Добрый вечер, дорогие друзья, и это снова студия StarLadder и квалификации на Summit 8. Я, Инверный Фивер, мы будем смотреть за американскими, прошу прощения, за европейскими квалификациями. Да, там немножко наоборот, титр просто. Да, да. Извини, что перевел. Было написано, что я Фивер, а ты Инверный, да? Да, но это верно. Не имеет принципиального значения, потому что самое главное, да, конечно, команды, которые играют. Мы так обслуживающий персонал, официанты, которые тут ходят и рассказывают, что есть вообще в меню. Да. А в меню и у нас команда... И тарталеточки раздают. Конечно. А в меню у нас команда Meet or Fit и команда Rocket Scientist. Это сет клоузеров, собственно, и кто-то покинет квалы навсегда сейчас. Да, и интересно, что то, что Rocket Scientist окажутся в нижней сетке, у меня, если честно, сомнений не вызывало, но вот на Meet or Fit были надежды, откровенно говоря. У них состав очень многообещающий. Все-таки ребята рубятся вот в этой европейской мясорубке уже целый старт сезона, это немало, потому что вроде как-то целый старт сезона, обычно у нас он состоит там из одного, максимум двух турниров, но турниров уже прошло очень большое количество, и квалификации к ним тоже. Поэтому я думаю, что им тоже хотелось бы отобраться, тем более то, что у них как бы легионер есть из Перу. Вот. Ты имеешь в виду, что легионера там кормить нужно, содержать отдельным образом, турниры нужны, ланы? Ну, конечно. Победа нужна, да, всем игрокам нужна победа. Ну, команда Rocket Scientist. Это команда, которая, в принципе, в какой-то степени случайно оказалась на квалах. Дело в том, что Team Secret отказались от участия в квалификациях на саммит под номером 8. И поэтому, собственно, позвали ракетчиков, которые заняли второе место в открытых квалификациях. Из этого, по идее, была и перестановка. Там, когда еще должны были играть, по-моему, вчера Mousesports Penta, но так как Mousesports теперь как тир-1, я так понимаю, инвайт идет, и, соответственно, дальше находятся по сетке греки. Вот, но пока у нас драфт идет уже, Шейкер, Вич-доктор от Meet or Fit. Ну да, тут все, в принципе, довольно понятно. Вот разве что Вич-доктор — это герой, который, ну, нетипичен для первой фазы, что ли. Сейчас как-то, не знаю, того же Бейна какого-то забирают в первой фазе. Здесь он, правда, в бане во второй. Ну, вот в первой забанили, теперь уже три. Конечно, баны в первой фазе. Я не знаю насчет первой фазы, но вот я так посматриваю краем глаза Na'Vi Secret, там от Пупей на Вич-докторе сейчас играет. Тоже, да, к слову. Ну, то есть я к тому, что, в принципе, герой вот никогда не терял своей актуальности. Сколько бы его ни меняли, он актуален, но действительно, как ты уже верно отметила, там в определенных ситуациях. Потому что есть свои нюансы и в лейнинге, и в скиллбилде, то есть можно билдиться там через Voodoo Restoration и идти там пушить, например, да, можно через Maledict и играть агрессивно на линии. Он эдакий стабильный среднячок, я бы как-то так сказала. Он, да, не терял свою актуальность очень долгое время, но и никогда не был каким-то, знаешь, прям супер ОП-героем, ФП, да, которого пытаются с руками-ногами оторвать. Это точно не про Вич-доктора. Да, все верно. Квапа появляется у Meet or Fit. Интересный тоже вариант. В принципе, вот Квапа прижилась уже довольно долгое время. Заезжает в драфты. И не зря герой хорош. Хорош тем, что и с руки может бить, и раскаст имеет, и на линии стоит хорошо против большинства героев. Да, вообще команды, что одна, что другая, как-то вот иначе действуют сегодня, по-другому вообще распики свои какие-то проводят, по сравнению с тем, что было вчера. Видимо, поняли, что не просто так они упали в сетку проигравших, и нужно что-то менять. И, собственно, меняют. А вот Lifestealer, кстати, был буквально героем вчерашнего дня. Его брали, он и выигрывал, и проигрывал, и билдился как традиционный керри-герой, и билдили его через Радик несколько раз подряд.
Ну и снова лайфстиллер. Видимо, без него европейские квалы не пройдут никак. Да, уже есть потенциальная инфест-бомба с Эрспиритом. Удивлен я, что Мидорфит не взяли себе Эрспирита. Там же есть исполнитель прекрасный, на нем Виха. Да, он вчера играл на этом герое. Виху я еще помню, что интересно, вот когда он в секретах играл на миде на этом Эрспирите, на шанхайском мейджере. Было занимательно наблюдать, и вот это вот был мой первый флешбэк, когда я узнал, что Виха теперь будет играть на четвертой позиции. Тогда еще неизвестна была команда, но вот он, по-моему, сам в своем твиттере написал. Да, и он и в паблике играл на этих персонажах. Тайтхантер, это уже что-то интересное, кого-кого, тайда у нас не было в эти дни квалификации. Ну, пока все как-то заточено под 5 на 5 драку, на мой взгляд, у Мидорфит. Это и прокаст Шейкера, Шейкер, это и прокаст Wind of Pain, и все это вот сверху на Ravage наносится. Контроля очень много все-таки у Мидорфит. Чего не скажешь о Rocket Scientist. Там Air Spirit. Как бы и все вот из таких заклинаний там контроля. Ну, то есть, если считать спруты за контроль, там, например, Open Wounds. Такой наполовину, может быть, это и правда. Я в этот тайт немножко законфузил Rocket Scientist, потому что они задумывались над своим четвертым пиком. Уже практически израсходовали даже бонусное время. Да, тайт, конечно, не станет проблемой для лайфстиллера, если он включит рейдж до ревейджа. Но, опять же, проблемой станет, например, тот же Anchor Smash, который так не любит лайфстиллер. И там тоже подрезает очень много урона. Дисраптор появляется у RSC. Ну, Дизраптор, видимо, своеобразная попытка что-то противопоставить в этом 5 на 5. Довольно сильному Мидорфит. Против того же Тайтхантера он хорошо работает, в то время как точечные сайленсы на этого героя вообще никак не актуальны, он их снимает. Но вот простояв, допустим, всю драку в ультимейте Дизраптора, он все-таки не сможет выдать свой ультимейт, в свою очередь. На, банят Dragon Knight, и, в принципе, бан неплохой, учитывая то, что там Nature's Prophet, который тоже может пушить там с этим Dragon Knight. Но, опять же, герой достаточно силен, и учитывая то, что не хватает центральной линии RSC, то вполне логично. И Свена забанили сами Rocket Scientists. Ну что, осталось добрать по одному персонажу. Это будет мид для Rocket Scientist, и это будет какой-то керри для мид or фит. Ну, кто мог бы быть неплох, например, мид or фит? Возможно, Джиггернаут какой-нибудь, не знаю. Такой привычный более-менее джаггер. Что-то с клиентом игры, видимо, произошло, потому что почему-то замерли персонажи Radiant. Посмотри, они просто не двигаются. Возможно, они в страхе стоят, но хотя я так не думаю. Просто неподвижные воины. На, Пака добирают RSC. Пака, который, кстати, под Дизраптора будет неплохо смотреться. Вместе с Лайфстиллером также появился какой-то дополнительный контроль. Ну и просто как сильный герой. Почему ну, бы и нет? Последние два пика, конечно, Rocket Scientist — это какая-то попытка усилить именно свою драку. Но, несмотря даже на эти меры, мне кажется, у Мидорфита она по-прежнему выглядит сильнее. Да, в зависимости от того, что еще доберут сами Мидорфит. В принципе, можно брать и боевого керри-героя, можно брать и какого-то сплитпушащего, чтобы играть 4 плюс 1. А, это Клинкс. Это Клинкс. Вот тебе и сплитпуш, вот тебе и огромное количество урона с самых ранних стадий игры в драке. Герой необычайно силен. И самое главное, у Rocket Scientist хватает корма для этого персонажа. Именно. Клинкс вообще как-то в этом патче начал набирать популярность.
Тем более, опять же, и в минус армор можно идти, и, ну, я имею в виду вот сразу, да, и оркид можно делать первым артефактом, что тоже не лишено смысла, там, пакла и стилер. Будет приятно их именно с оркидом убивать, Эрспирит тот же. Поэтому мне выбор Клингза здесь определенно нравится. Ну, о, посмотрим. Посмотри, на Шейкер сыграет Синдерен, а Виха на Вич-Докторе. Шейкер пятой позиции. Где-то я это уже видел, когда Кол на Старладдер приезжали. Интересно было на Кайл на 28-й минуте на Шейкере без тапка. Ой, без тапка, без блинка. С тапком, конечно, с обычным. Выигрывает игру. Так что такое тоже имеет место быть. А забавно то, что у Вихи как раз-таки Шейкер на аватарке в Симе. Но Шейкер ему так и не дали. Ну, поиграть на Вич-Докторе. Я думаю, что его такой вариант тоже устроит. Ну что ж, друзья, я думаю, что пора переходить в игру. И вообще ясно, кто решает в игре, а за хайп решаешь ты с новым тарифом хайп от МТС. На. Да, это жестко. Теперь в игру. Синдерен уже побежал ставить варды с тапочком. Такой типичный ровнящий шейкер с сапогом и четырьмя кларетками. Но все-таки четверка вырисовывается из шейкера. Вопрос лишь в том, почему на этой четверке Синдерен играет. Ну, опять же, видишь, приоритет по фарму там, я не знаю. Может быть, просто Вихе больше фарма будут отдавать. Ну, посмотрим, чем это вызвано. Так, первый вард уже ставится на карте. На мид поставил вард Синдерен, мы это видели. И сейчас Вих ставит свой обсервер прямо на вражеский. Кстати, интересно, заметили это или нет, потому что Виха все-таки... Стоял за деревом, да. Да-да-да. И мог не попалиться. Но вообще вот эти вот начальные варды, они в новом патче стали выглядеть куда интереснее из-за того, что кулдаун на телепорте, и ты не можешь как бы сделать ТП. А, я понял, почему Вихи Вич-Доктор отдали. Все, все стало на свои места. Да. Во-первых, у него классный сет, во-вторых, есть таунты. Это просто великолепно. На это можно смотреть часами. Но еще часами я готова смотреть на верхнюю баунти-руну, потому что там, кажется, замес. Это так скромно уменьшается ХП у Тайхандера, но... Найс подсказка, говорит обсервер. Слушай, ну и тут Open Wounds подъехал, и Орбуфеном тоже замедляет довольно неплохо. Кезу пробивают. И нужно сделать парочку ударов, но от кэнсела хороший бодиблок. Кезу в итоге не жалеет фласку на то, чтобы, ну, просто не умереть. Здесь. А кэнсел уже перемещается в центр. Там крипов для него, хотел сказать, проблочил, но пытался, по крайней мере, проблочить Синдерен. Ты пытался. Знаешь, что... мем. Мастермайнд в паке, ну, вернее, на паке. Ну, в какой-то степени и в паке, по большому счету. Уже не впервые за эти игровые дни. Уже разминает его Синдерен, причем и фиссуру. Вот ты знаешь, мне кажется, его разминает не Синдерен. Они просто с Кэнселом друг друга размяли, Синдерен просто мимо проходил, такое ощущение сложилось. Ну, фиссурка нормально заехала. Тейтхантер приносит себе уже, кстати, вторую фласочку. Это называется работать на фласке. Просто, знаешь, ты накапливаешь деньги, ты их тут же тратишь на реген. Ну да, ну, чтобы тебя не добило последним тиком Thunderstrike, использовать фласку тоже иногда нужно, как бы. Здесь ситуация такая. Либо умираешь, либо... юзай фласку. Ну, здесь будут пытаться опять пробить Кезу. Мы уже видели, что по большому счету пробить его удается, убить пока нет. Но и с уровнем, конечно, этот герой становится только сильнее и только бронебойнее, что ли. Ну, кэнсел, у него были неприятности некоторые. Но, кстати, опять же, салвочки заюзаны синхронно. И мастермайнд, и кэнсел. Что на нижней линии? Туда переместился, кстати, Синдерен. А на нижней линии, я слышал, таунт продолжает использовать Тимада. Разбирается со спрутами, кстати. Как с ними все-таки пока что тяжело разобраться. Даже несмотря на каски. Кезу делает тэп-аут. Это получится сделать. Пробивали Кезу на верхней линии. Ну, видишь, в принципе, его не убивают, но прогоняют, отгоняют от фарма, заставляют тем копейки, что он получил на линии, отдавило 0 крипов, то есть получил довольно мало, тратить на телепорты, на фласки. Да. В принципе, у Тайда пока что проблема. Мы прекрасно понимаем, что это далеко не тот герой, которому нужен какой-то нереально быстрый блинк. Он, в принципе, будет эффективен просто по мере получения 6 уровня.
уровень — это главное. Да, конечно, опять же, нет вариантов. Не, вернее, варианты в лес вернуть есть всегда, но не так приятно его уже будет фармить, как было бы с талоном, например, да, как тайды обычно делали, в принципе, всегда. И самое интересное, что можно, опять же, настакать эншентов. Ну, то есть, я думаю, что тайд — это не тот герой, который там будет как-то тяжело камбэкаться. Тайд все-таки может и за счет тех же эншентов, и за счет лесных крипов вернуться в игру, если просадят по фарму. Да, понятное дело, тем более, что ставить перед собой цель загнобить именно тайдхантер, выгонять его из леса — это совершенно благодарное занятие, если у врага там фармит условный квапа, фармит условный клинкс, то есть тебе, по сути, есть чем заняться на карте. Да, тем более мы видим то, что Тайт и сам пытается и пулы как-то красть. Ну, опыт, по крайней мере, с них. Пробили немножко Микки на Nature's Profit. Отгоняют, опять же, его спрутов. За спрутов дают денег немало, поэтому Клинкс даже на огненные стрелы. За интов ты имеешь в виду, да? Просто не впервые. Ой, за спрутов. Энты, да, энты, конечно, энты спруты. Ничего, бывает. Сейчас проснусь, и все будет окей. У меня был неловкий случай однажды, когда я в англоязычной компании по привычке назвала спраут спрутами. Меня, по-моему, год называли так после этого. Да, это как говорить Bounty Hunter, хотя на самом деле играет Рики за твою команду. Что разное? Это все равно, что играет Муши, а называть его по-другому. Да. Встреча на нижней руне. О, интересно, кстати, получилось дать маледикт, а здесь тем временем мастер-майнд умирает, это First Blood. Слушай, настоящий мастер-майнд на нашем обсервере, по-моему, находится сейчас, потому что он показал нам и First Blood в миде, и смерть Эрспирита. Ну, просто браво. Я вот серьезно. Жду топика на Reddit. Или создам его сама. Вот именно, а то видосики там, где Пимпакл вот, такие вещи делает, все хайпят нашего обсервера. Ну, его тоже хайпят, как бы, ну. Но только мы. Да. Так, ладно, пока преимущества, опять же, экономического нет, даже несмотря на два фрага. А все почему? А потому что просто лайфстиллер круто фармит. Получше, чем тот же Клинкс. Ну, Клинкс по большей части занимается тем, что разминает и самого Nature's Profit, ну, и его энтов, а Nature's Profit энтов уводит, и не всегда ей удается забрать. А здесь, кстати, опять размены, и Эрспирита заберут. Он под Маледиктом, но могут Тимада также забрать. Да, Микки делает фраг, и погоня уже за самим Микки. Синдерен здесь. Глимсует Виху обратно, и Виха тоже будет погибать. Даблкил для Микки. Синдерен дает тотем и стан по Солону. Солон опять работает уже по Синдерену вместе с Nature's Profit, но Шейкер отсюда спасется. Как раз сравнивал ты фарм Тимада и Нокса. Я хотела сказать, то, что у лайфстиллера классическая легкая линия. Он стоит с саппортом, ну, стоял на старте с саппортом. Ему предоставили доминацию над Тайдхантером, которого неоднократно прогоняли. И, в принципе, против Тайда он более-менее сам стоит, это же лайфстиллер. А вот у Тимата далеко не классический вот этот сейфлейн. У него тут перманентная драка какая-то. Что-то больше похожее на мид, знаешь, когда ты стоишь, и к тебе приходят два героя союзных, два героя вражеских. И вы там уже разбираетесь, кто сильнее. Да уж, ну, пока что... В центре, например, тоже противостояние более-менее равное. Но мы видим то, что Кэнсел все-таки мастермайду немного уступил. Хотя сделал фраг, опять нападение на Тимада, его просветили. Нужно сделать один удар, энты бегут, но не успевают. Так же, как и Nature's Profit. И, кажется, Микки оказался в западне. Его подстанил Синдерен, его бьет Виха. И Синдерен бодиблочит Микки. Можно дальше пробивать. Есть еще один стан с тотема. Дальше идет Виха. Виха умирает, его забирает. Микки запирает в спрутах Синдерена. Синдерен, ему нужно отсюда бежать, но приходит Кэнсел. Он хочет добить Микки и добивает его. Да, спруты штука такая, которая не контрится, как мы знаем, даже в поздней стадии игры. Уходит башмак отсюда. Ну, тут Эрспирит спасся, зато оффлейнер умер. Но это стоило перетяжки Кэнсела все-таки, потому что, как мы видим, за это время Мастермайнд уже успел подбивать очень много грибов, и по нетворсу с Кэнселом они вровень идут. Да, по большому счету это так.
Но понятное дело то, что у Пака и Квапы немножко разные задачи. Понятное дело, что оба персонажа это плеймейкеры, но все-таки Пак ему иногда хватает и блинка, чтобы быть полезным. А вот Квапе, чтобы сохранить актуальность, чтобы удерживать темп игры, нужно, конечно, немного больше золота. На пику напали в центре и пробивает его. И дизраптор, да тут четверо. Ему никак не спастись. Серьезно, видимо, нацеленный мид забирать Rocket Scientist. Иначе зачем смещаться сюда в таком количестве? Ну, возможно, просто сделать пиков. Увидели слабого вич-доктора, который фармит. Ну, как фармит, пытается там хотя бы опыт получать в центре. Сейчас видит Синдерена, и можно на него напасть. Есть пруты, вкатывается Air Spirit, дает стан. Дальше подходит Mastermind. Он под сайленсом Шейкер. И ничего не сделает. Кезу дает ревейдж. И будет ли продолжение? Есть продолжение от Кэнсела. Сдувает Nature's Prophet, приходит Виха, дает каски. Ну и Кезу. Кезу уже не такой полезен. Не так полезен, конечно, без ревейджа. Но может побить Солана. Солан ставит Kinetic Field и отходит. Два ультимейта, чтобы забрать одного Фуриона. Но будут чезить дальше. Есть Фиссура по двоим. У Солана мало ХП. Дает Mastermind Dream Coil. Дает также прокаст. И тут уже Нокс приходит, начинает бить Виху под действием Рейджа. Ну и Ноксу приходится вылезать из крипа, потому что крипа попросту убили. Юзает стики. Нокс дает Open Wound с Кэнселу. И находится под действием Маледикта. И Шейкер добивает его Фиссурой. В любом случае, скорее всего, не доживал бы здесь Лайфстейлер. Но... Ну, таким образом, драка хоть сколько-то оправдалась для мид-ор-фит, потому что они потеряли Тимада два героя, два ультимейта. Да и Тимада все-таки добьет, Солон или не рискнет. Кэнсел рискует. У Кэнсела просто мобильность повыше немножко. Он просто румын. Вот еще один румын бегает от Nature's Prophet. И убежит, кстати. Ну, он только что буквально из таверны прилетел, поэтому явно не хотелось умирать сейчас. Вихи. Слушай, а ну вот тут Микки ошибается. Румынско-перуанское подкрепление идет. Поэтому Микки отсюда тоже уйдет, но в таверну. Трудно, конечно, бороться с Фурионом пока что. Мы видим то, что на этой стадии игры не должным образом распушивает линии Клинкс. Понятное дело, то, что в перспективе он это будет делать более уверенно и быстро. Смоуганг от Эрспирита и Пака. Хотят забрать Кезу. В принципе, это возможно. У Кезу нет ревейджа. Так что, опять же, под ревейдж ТП-шек ожидать не стоит. Даже можно Дримкоил потратить. Плотный Кезу, конечно. Тяжело его забирать. Он даже раздамажил неплохо. Посмотри, как вяло пробивает лайфстиллер под Anchor Smash'ем. И сюда уже Кэнсел идет. Вот так вот. Кезу пережил в итоге. Мастермайнд, конечно, будет пытаться его добить. Там добивает его Мастермайнд. Но Кэнсел уже разобрался за это время с Эрспиритом. И у Кэнсела так-то мега-килл. 5-0-2 играет Queen of Pain. И все то, что я говорила на старте, когда мы сравнивали Квапу и Пака, о том, что Квапе нужно чуть больше золота. Вся эта нехватка, она компенсируется легко с помощью убийств. Уже скоро будет Сайленс. На Квапе. Уже Кая на Квапе. Кэнсел купил себе Каю. Угу. Первым артефактом, если верно понимаю. Да, да, да. А почему бы и нет? Мне вообще Кая нравится, и мне кажется, что скоро, может быть, даже подрежут ее. Ну, по большому счету, да. И, в принципе, в принципе, да, это корректно, потому что хватает какого-то контроля и без Квапы, и без ее Орчида команде Mid or Fit. Поэтому можно было просто... увлечься уроном Кэнсел, что он и делает. Тем более его кормит не фарм, его кормит как раз-таки убийство, которое будет гораздо проще делать этой самой Кай. Ну, вот именно под стан Шейкера. У Кезу уже имеется Клок, Сол Ринг. У Вихи 6, кстати. Этим можно воспользоваться. Нокс уже понимает, что к чему, делает отсюда тэп-аут. Понимая, что вряд ли удастся защитить эту вышку, там все ультимейты наготове у Mid or Fit. Вот и падает вышка на топе. Будут размениваться, судя по всему, Rocket Scientist. Ну да, в принципе, именно пуш-потенциал, он крут у обеих команд, по большому счету.
И тут будет больше решать какое-то, знаешь, именно макроперемещение, нежели там твой фактический потенциальный урон по зданиям. Да, после Икаи Кэнсел решил себе делать Иул, и что тоже является верным. Очень много сайленсов, есть Дизраптор, Пак, Херспирит. Нападение на Дизраптора, и Дизраптора сдует. Видимо, решили по вышкам пройти с Минорфит. После топа тут же сместились на мид, где, получается, еще героя забирают заодно вместе с вышкой. А, есть уже инфест-бомба с Паком в лице Нокса и Мастермайнда. Можно прыгнуть, есть у Мастермайнда даггер. Он прыгивает, дает Дримкойл по четверым, разрывает Дримкойл. Вич-доктор погибает, атака на Кэнсела. Кэнсел тоже отпрыгивает и разрывает Дримкойл. Тут его уже ждет Микки, делает минус. И это минус 3. А крутая атака была очень проделана сейчас командой Rocket Scientist. И правда, круто сыграно. Напоминаю, что это команда, которая заняла второе место в открытых квалификациях. Возвращают Кезу прямо в Static Storm. Кезу не может дать ничего. Есть хорошая фиссура, хороший хаслэм от Синдерена. Но этого не хватает, чтобы даже убить хоть кого-либо. Виха дает Маледикт по двоим, убивает одного, второго. Виха делает даблкил. Нокс бежит от Тимады. Но, к сожалению, для команды Middlefit у них нет дисраптора. Они не могут вернуть лайфстилера, но хотя бы ответили по двоим. И то перетяжкой от Вихи. Одного Синдерена там не хватило. Ну, счет таким образом у нас абсолютно равный, 12-12. Такого преимущества по фарму нет ни у кого. По вышкам пытается работать как одна, так и другая команда. И игра, я бы сказала, неожиданно близкая. Все-таки согласись, тут Middlefit какими-то однозначными фаворитами на бумаге кажутся. Так и есть. И мы видели поначалу, да, там где-то вперед за счет каких-то фрагов вырвался Cancel на квапе. Но, опять же, это все поправимо. И Пак с лайфстилером это доказывает. При таком пуше просто идти и нагло так сносить строение. Хорошо, дали им одну вышку. Но за вторую вышку вот наказали RSC. Хотя, как их наказали, но вышку все-таки потеряли. Rocket Scientist. Ну вот я считаю, то, что и одна, и другая команда, они должны быть морально готовы к тому, что вышки будут очень быстро падать, потому что у них есть Фурион, у других есть Клинкс. О, Тимада видит Мастермайнда. Ну, здесь, кажется, в западне оказался Пак, Фиссура по двоим. Там есть еще и Лайфстиллер, Верспирите, есть Десвард, минус 2 уже делают Middlefit, и Нокс тоже погибнет. Это минус 3, даблкил Тимада. Да, ну... Был потрачен рэвич, понятное дело, что сейчас, когда снова резнутся Rocket Scientist, по-хорошему они будут сильнее, потому что вот ультимейты Тайдхантера, который так много делает в драке, уже не будет, как и прокаста Queen of Pain. Но вот если отрицательная сторона, пока умирали все его тиммейты, по-моему, Фурион не снес верхнюю вышку даже. Не успел ты один запилить. Он это пытался делать, расталкивал линию. Он успеет, конечно.